отец Виссарион, он ушел в лес, увел свою паству и говорит, цивилизация гибнет. Когда погибнет, мы выйдем из леса и начнем строить новую жизнь. Но его и там достает налоговая инспекция. Его паства в суды на него подала, потому что деньги он собирал с них. В Питере продавали квартиры, чтобы попасть в город солнца. Вносили ему взносы, а потом, говорит, мы характерами не сошлись. Он говорит, а денег-то у меня нет. Они говорят, отдавай назад.